无人问津的沼泽，你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什么？无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓，谁不是拼了命走到生命的结尾？也许很累，身很美，也许卑微，身无畏，也许永远成为不了你的光辉。无名之辈，我是谁？忘了谁也无所谓，继续追，谁的光荣不是伴着眼泪？也许很累。Вот что скажу. Встретила того друга Нян-Нян. Он порядочный и трудолюбивый. Слышал, он получает докторскую степень. Он очень нравится моему брату и невестке. Они говорят, что у этого ребенка прекрасные перспективы и не менее прекрасное будущее. Нет, нет. Ты говоришь, что Нян-Нян встречается с этим своим другом? Да, именно так. Нет, это неправда. Разве Нян-Нян не встречается с моим внуком? А ты еще не знаешь? Не знаю что. Вечно я все разбалтываю. Очевидно, дети переживали за тебя и не стали рассказывать. Тогда расскажи. Нян-Нян уже давно рассталась с Сяо Ханом. Рассталась? Это их дело, я особо не расспрашивала. Мне невестка рассказала, когда я сболтнула лишнего. Опять мой длинный язык, я опять сказала не то. Нет, это не так. Пару дней назад Нян-Нян приходила поболтать со мной. Они почувствовали, что не подходят друг к другу и расстались, но они все еще друзья. Нет, нет. Я же вижу, что у Нян-Нян есть чувство к моему внуку. Дядя Хан, сегодня я пришла, чтобы передать сообщение. Скажи Сяо Хану отпустить ее. Повсюду так много ароматных трав. Найди ту, что подойдет ему. Что скажешь? Вот же. Что это за шум? Что происходит? Это невестка подарила вам его? Зачем пришел? За соревнование, вышло расписание соревнований. Этот котик такой миленький. Босс, этого котика так приятно держать на руках. Невестка знает, какой вы необщительный, и подарила вам кота, чтобы он составил вам компанию. Босс, когда вы свободны, проводите больше времени с невесткой. Девушкам нравится внимание. А тренироваться мы и сами прекрасно справимся. За нами не нужно присматривать. И чего ты это так разболтался? Это мой кот. Верни. Иди к себе. Ну, я пошел, босс. Знаете, что ему подарила невестка? Что? Ну же, говори. Что? Я не слышу. Как торопится? Да не торопись. Знаете, что невестка подарила босса? Ни за что не догадаетесь. Ну расскажи нам, не тяни. Кота. Кота? Окей, принимаю ваши ставки. Посмотрим, сколько дней пробудет здесь кот. Неделю ставлю мою последнюю покупку... Новую электронную книгу. Так много? Тетушка, кто все это купил?
Сяо Хан заказал. Только что доставили. Что? Босс заказал? Он сказал, что скоро отправит это домой вместе с котом. Ему нужно уехать в штаб-квартиру, а здесь некому позаботиться о коте. Босс становится серьезным. На что уставились? А? Босс, какой милый. Милый кот или я? Кот милый. Оба милые. Тетушка Джоу здесь? Скажите, чтобы пришла. Хорошо. Ну и чего ждем? Ну... Тетушка, мне нужно уехать из страны на неделю. У меня нет времени закрыть все окна. Будьте внимательны и не открывайте двери и окна. Кошки не любят собак, они могут выпрыгнуть из окна. Хорошо. Вся еда и вещи здесь. Хорошо. Эй, как ты собираешься прожить свою жизнь? Ты знаешь, что пустяки уничтожают будущее? Недостаточно было играться в компьютере, так ты теперь еще и кота воспитываешь. Это все. Позвоните мне, если что-нибудь случится. И еще, я записал номера телефонов зоомагазина и ветеринара, они на переноске. Можете звонить им в любое время. Эй, я с тобой разговариваю, ты слышишь? Ой. А еще и мой дедушка. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Не волнуйся, я позабочусь о твоем дедушке. Так, дай-ка я познакомлюсь с котом. У меня никогда не было их, дай-ка попробую. Помедленнее. Я на неделю уезжаю из страны, а за котом некому присмотреть. Когда вернусь, то заберу кота. Мы идем в дом к нян-нян. Сейчас? Прямо сейчас. Она в университете, а не дома. Она уже целую неделю дома. Я уже знаю, что произошло между вами. И что же ты знаешь? Ты заставил девочку так горько плакать, и тебя что, не мучает совесть? Я не буду больше заботиться о тебе. Ты заслуживаешь того, чтобы быть в одиночестве. Просто не обижай других. Пошли. Что, хочешь, чтобы я снова разозлился? Ты сказал, что я заслуживаю быть один, зачем же мне идти? Я был неправ, хорошо. Но у тебя такой отвратительный характер, кто может его выдержать? Что уж говорить о девушке, если у тебя даже постоянных друзей нет? Почему смеешься? Думаю, что твои слова чрезвычайно правдивы. Я и правда заслуживаю того, чтобы быть один. Так, пошли, давай. Мы договорились с мамой нян-нян на 8 вечера. Можешь не заходить к ним, но подвести-то ты меня должен. Пошли! Не выходи пока. Мне нужно поговорить с тобой. Мой дедушка и внук. Можем не ругаться? Я столько лет на тебя кричу, что даже устал от этого. Можешь давать мне меньше поводов для беспокойства? Как только твоя мачеха выйдет замуж, в семье Хан останемся только мы с тобой. Я тоже не хочу ругаться с тобой. Смотри. Каждый раз, когда ты кричишь, я просто слушаю. Тон нян.
Действительно хорошая девочка. Просто разуй глаза. Когда твою маму завтра положат в больницу, мое сердце немного успокоится. После этого нам только останется ждать операцию. Спасибо, дядя. Не стоит меня благодарить. Состояние твоей мамы, чем быстрее мы проведем операцию, тем лучше. Мы назначаем ее в зависимости от текущего состояния пациента. И это очень серьезная операция. Тебе придется остаться с мамой и ухаживать за ней. Единственное, о чем я беспокоюсь, если ты будешь заботиться о своей маме, не скажется ли это на твоей учебе? Дядя, не беспокойтесь об этом. Я на совмещенной программе. Если я пропущу какое-то время, то смогу наверстать позже. Хорошо. Мама, не волнуйся. Хорошо. Дядя Хан! Я опаздывала, но смогла добраться домой, прежде чем вы приехали. Возвращаешься так поздно? Да, были дела. Проходите в дом. Поприветствую ее. Тетя, здравствуйте. Пойдем в дом. Дядя Хан, проходи. Дорогой! Дорогой! Дядя Хан пришел. Дядя Хан здесь? Дядя Хан, проходи, проходи. Заходи в дом, присаживайся. Я возьму сумку. Сяо Хан. Можно поговорить с тобой? Нян-нян. Дедушка Хан, почему вы здесь? Чтобы увидеть тебя. Дедушка Хан. Садитесь. Осторожно. Играешь в игры? Нет, я пишу код, дедушка. Замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте, это... Это Джен Хви. Он учится в одном университете с нян-нян. Когда он был на третьем курсе, то перешел в докторантуру. Более того, он очень хорошо воспитан. Здравствуйте, дедушка. А это мама Джен Хви. Здравствуйте, присаживайтесь, вы же здесь гости. Располагайтесь. Принеси дедушке чаю. О, твое имя... Дедушка, меня зовут Джен Хви. Я учусь вместе с нян-нян. На самом деле, я старшекурсник, я на совмещенной программе. В прошлом году нян-нян и я представляли наш университет. На международной олимпиаде мы стали чемпионами Азии. О, замечательно. Ты часто сюда приходишь? Мы с нян-нян хорошие друзья. Мы часто вместе едим или пьем. Иногда после университета мы вместе идем домой. Тогда почему сегодня ты здесь? У мамы проблемы со здоровьем, поэтому я попросил дядю позаботиться о ней. Это все благодаря господину Дону. В следующий раз она и сама может прийти. Тебе не нужно приходить с ней. Да, его мама стареет. У этого ребенка сильная сыновья любовь. А где нян-нян? Пойду посмотрю, почему она там копается. Нян-нян! Дедушка, покушайте фрукты. Я не люблю фрукты. Все в порядке, не считайте меня незнакомцем. Так я тебя и не знаю. Разве мы не познакомились только сегодня? Как мать, я всегда надеялась, что моя дочь встретит того, кто будет соответствовать ей по образованию и возрасту, чтобы подходить на роль ее парня. Так, чтобы они говорили на одном языке, и у них были схожие интересы. Я не тот человек, который будет цепляться за прошлое. Но, Сяо Хан, можешь встать на мое место и посмотреть моими глазами. Любой, кто знает хоть что-нибудь о твоем прошлом, думаю, не сможет так спокойно отдать тебе свою дочь. Тетя, у меня нет оправданий своим прошлым поступкам. Это все моя вина.
И ты намного старше нян-нян. Говорите ли вы с ней на одном языке? А то, что изучает нян-нян сейчас, нейронная сеть. Ты это понимаешь? Я не понимаю область науки нян-нян. Но она мне рассказывала об этом. Чем бы она ни занималась, я всегда буду относиться к этому с уважением. А чем ты занимаешься? Вы имеете в виду мой клуб? Да. Я не специалист и не могу критиковать твою профессию. Я только могу высказать свою позицию, и я этого не одобряю. Что, ты недоволен моими словами? Нет. Я привык к этому. Никогда не рассчитывал, что аутсайдер сможет понять меня. Ни в прошлом, ни в будущем. Говорю тебе, нян-нян очень наивная. Когда речь идет о чувствах, у нее совсем нет опыта. Но ты другой, ты в этом обществе уже давно. Ты даже говоришь и поступаешь по-своему. И, честно говоря, мне это совсем не нравится. Думаешь, я не заметила твое отношение к нян-нян на новогоднем ужине, а? Достаточно. Я не хочу стоять и обвинять тебя. Вы двое расстались? Буквально перед днем рождения нян-нян, правильно? Она много плакала. Хорошо. Раз так, я надеюсь, ты не воспользуешься чувствами нян-нян и ее сердцем, чтобы продолжить эти отношения. Я ее мама, я знаю ее слишком хорошо. Ты должен вырвать это с корнем. Понятно? Тетя, все, что вы сказали, я очень хорошо понимаю. Я правда не знаю, как о таком говорить. Поэтому, если я сказала что-то не так, то прими во внимание, что я старше тебя, и попробуй меня понять. И раз мы оба из старшего поколения, не беспокой больше нян-нян, хорошо? Хорошо. Обещаю. Раз ты пообещал, то я спокойна. Ты зайдешь? Нет. Поезжу по округе. Не торопитесь, когда дедушка соберется уходить, просто позвоните мне. Тогда я пойду. Сяохан. Я могу? Доверять тебе. Тетя. А вы считаете меня настолько ненадежным? Скажу еще раз. Я обещаю, что больше не побеспокою нян-нян. Я не буду искать ее. Я не позволю ей испытывать ко мне чувство любви. Нян-нян очень наивная. Когда речь идет о чувствах, у нее совсем нет опыта. Но ты другой, ты в этом обществе уже давно. И, честно говоря, мне совсем это не нравится. Думаешь, я не заметила твое отношение к нян-нян на новогоднем ужине, а?
Не мучает ли совесть, что заставил девочку так горько плакать? Мне все равно, ты заслуживаешь того, чтобы остаться в одиночестве. Дедушка Хан, попробуйте. Это зеленый чай Эрл Грей. Я недавно его купила. Знаю, что он вкусный и купила его родителям, как хорошая дочь, да? Не совсем. Моя мама любит чай, поэтому я покупаю ей, куда бы ни пошла. Дедушка Хан тоже любит чай. В следующий раз и мне немного купи. Хорошо. А какой чай вы любите? Я куплю для вас. Правда? Дядя Хан. Где Хан Шанян? Хан Шанян? Он пришел? Нян-нян, я разговариваю с дедушкой, не перебивай. Сяо Хан сказал, что не зайдет. Он подождет на улице. Вероятно, считает, что разговоры стариков скучные. Куда ты пошла? Я пойду поищу его. Нехорошо, что гость стоит на улице. Пойду поищу. Вызываемый вами номер недоступен. Пожалуйста, перезвоните позднее. Сколько лет уже ты здесь? Где-то лет 10. Лоис, можно я спрошу? Ты работаешь барменом вот уже 10 лет. Разве тебе никогда не хотелось увидеть мир и попутешествовать? Заняться чем-то более... Более выдающимся? Да. Вообще-то знания бармена не так уж и малы. Попробуйте эту марку. Это что? Вино без шин. Чай и вино? Вкусы чая и вина смешаны вместе. Как насчет этого? Я в этом разбираюсь, а вы нет. Так и мечты, у каждого они свои. Самое важное — это быть свободным. За свободу! Алло, кто это? Привет. Это Хан Шанян. Сменил номер? Нет. Это запасной. У хитрого зайца три норы. Ты где? Новый мир. Хорошо, я приеду. Конечно, отправлю тебе координаты. Ты здесь? Я вижу, что ты портишься. Редкая возможность. Мы вышли в следующий раунд. Есть полдня на отдых. Алкоголь вреден для профессиональных игроков. Редкие поблажки. Я в Шанхае уже несколько месяцев, но еще не приходил сюда. Помнишь, мы раньше сидели там? У нас тогда совсем не было денег. Оутян узнал, что в ночь для женщин мужчин впускают бесплатно. Айцин провела всех четверых. И когда владелец увидел нас... Помнишь это?
помню. А воспоминания? Да. Выпей немного, я получил зарплату, сегодня угощаю. Нет, я за рулем. Где припарковался? На соседней улице, у друзей. Что? Что-то случилось? Я никогда себя не критиковал. Всегда думал, что прошлое — это прошлое. Но на самом деле люди заметили все, что я натворил. Ты совершил что-нибудь ужасное, о чем потом сожалел? Взять заработанные мамой деньги из ее магазина и спустить их в интернет-кафе считается? Мама не убила тебя? Нет. Она любит меня. Она баловала меня. Более 20 лет. Девушка, у меня ее нет. Работа не мог найти. Она говорила, что все в порядке. Пока я живой и здоровый, все в порядке. Но я жалею кое о чем. О том, что ушел. Тогда мой возраст, энергия, техника, все это было первосортным. Я позволил эмоциям повлиять на решение и все потерял. Малыш Ми. Когда ты так говоришь, ты втыкаешь мне нож в сердце, ты это знаешь? Я только тебе могу это сказать. Только ты поймешь меня. Хан Шанян. Знаешь, что самое прискорбное? Посмотри на свое отношение в то время. Ушел? Сколько человек ниже твоего уровня, а ты ушел? Знаешь, сколько людей поддерживали тебя с того момента, когда ты был никем, и до того, когда стал богом оружия? Скольким людям ты разбил сердце, Хан Шанян? Знаю. Мы тогда думали, что отставка — это круто, да? Когда мы были на вершине славы, мы ушли. Это стало легендой. Это не было неистовством. Это было самоубийством. Иногда я думаю, зачем я вернулся в Шанхай? Было ли мое возвращение правильным выбором? А к чему вся эта депрессивная болтовня? Я просто хочу назвать вещи своими именами. Я не подхожу для соревнований, вот и все. Нян-нян, что ты здесь делаешь в такое время? Жду друга. Сегодня холодно, подожди внутри. Хорошо. Пока-пока. Пока. Нян-нян. Мама, ты же сказала, что Хан Шанян на улице. Он был здесь. Нян-нян. Дома много гостей. Нехорошо заставлять их ждать. Заходи. Старина Хан, ты пришел. Малыш Ми, почему ты мне не сказал?
Выпьем. Давай. Принесите еще стакан. Хорошо. Что? Не рады, что я пришел? Рассказывайте. Дела сердечные. Какого рода? У тебя такое выражение лица, что тоже дела сердечные? Ну уж нет. Вы двое болтаете, а я пошел. Я только пришел, а ты уходишь? Когда этот ребенок бродит по улице, я не могу спокойно отдыхать. Когда это у тебя появился ребенок? Нет, ну какой ребенок-то? Спроси у него. Что ж, выпьем. Малышка Ли? Дядя. Вижу, что Джин Хви хороший ребенок. Очень заботливый. Да, и он заботится о нашей нян-нян. Не может быть. Он еще так молод. Откуда он знает, как заботиться о других людях? Я видел, что ты немного поговорила с малышом Ханом. Он тебя не разозлил? Нет. Мой внук не знает, как следует разговаривать. И он не умеет делать счастливыми взрослых. Но он не такой и плохой. Дядя, послушайся, Хан, конечно, твой внук. Поэтому, если я скажу слишком много, то будет не очень хорошо. Правильно, правильно. Недавно я изучал его соревнования. Действительно, они очень сложные. Обычные люди просто не смогут этого сделать. Надеюсь, ты дашь ему еще один шанс, чтобы узнать его. Мне очень нравится нян-нян, и я верю, что он будет хорошо с ней обращаться. Дядя, пожалуйста, не ставьте меня в затруднительное положение. Давай позволим молодежи поступать так, как они хотят. Давай не будем больше вмешиваться, хорошо? Пойдем выпьем чаю. Почему ты прячешься за машиной? Это опасно. Почему ты прячешься от меня? Все в доме сейчас. Ты не зайдешь? Или что-то случилось в клубе, что сильно тебя расстроило? Говори, что тебе нужно. Это из-за Джин Хви и его мамы? Кто такой Джин Хви? Парень, которого ты видел в универе в прошлый раз. Просто прохожий. Зачем мне его запоминать? Уже забыл. Хоть ты и забыл, я все равно тебе объясню. Джин Хви воспитывала одна мама. Его мама заболела, но у них нет денег. Поэтому я попросила папу полечить ее, и он привез свою маму в Шанхай. Они живут в нашем доме, потому что в больнице не было свободных мест. Но завтра место освободится, они уедут и больше не вернутся. Объяснения закончены. Ты понял? Как кот, которого я тебе подарила, хорошо себя ведет? Он чуть не укусил меня. Если он укусит меня, мне придется делать уколы. Зачем мне такие проблемы? Прости.
Тогда, может, отдашь его мне? Я позабочусь о нем. Я его отдал. Кому ты его отдал? Домработнице. Почему ты отдал его домработнице? Потому что мне он не нравится. Принятие самостоятельных решений заставляет людей обижаться на тебя, ясно? Когда я его тебе дарила, ты не сказал, что он не нравится тебе. А он живое существо, я подарила его тебе, а ты отдал его кому-то еще. Что если этот человек будет плохо с ним обращаться? Может быть, попросишь его вернуть? Я заберу его и позабочусь о нем. Иди домой. Что тебе нравится? Я напишу код к игре в качестве извинения, ладно? Мне нравится быть одному, в тишине. У меня плохое настроение, и я не хочу разговаривать. Иди домой. Тогда не буду беспокоить. Что такое? Грустишь по прошедшим временам года? Я разговаривала с Сяо Ханом внизу на улице. Я догадался. Понимаешь, я уже столько лет учитель, я никогда ни с кем грубо не разговаривала. Никогда. Ты директор детского сада, каждый день сталкиваешься с кучей детей. С кем ты можешь грубо разговаривать? Но я думаю, что Сяо Хан, он и наша нян-нян совсем не подходят друг другу, понимаешь? И совсем не важно, о чем мы сейчас говорим. Об образовании, или же о возрасте, о его прошлом, или о его отношении. Это все не подходит, нян-нян, понимаешь? Что? Ты со мной не согласен? Согласен? Как я могу быть не согласен? В этом вопросе у нас всегда будет одинаковое мнение. Мы с тобой по одну сторону баррикад. Мы всегда были против. Но знаешь, я думаю, что была немного груба, когда разговаривала с этим ребенком. Боюсь, он не сможет это принять. Он 30-летний мужчина. Он не сможет перенести несколько грубых слов? У него что, психическая неустойчивость? Ты слишком много думаешь. Ты просто слишком переживаешь в душе. Все, хватит переживать. Пошли спать. Эй, почему ты молчишь с тех пор, как мы вернулись? Поговори со мной.
Эй, куда ты пошел? Боялся, что ты не сможешь заснуть, поэтому сделал тебе успокаивающий чай. Это не такой хороший чай, как делает Нян-Нян. С самого начала мне следовало запереть тебя дома. Не подпускать тебя так рано к компьютеру и заставить учиться как следует. Как было бы хорошо, если бы ты хоть немного походил на своего отца. Смотришь это? Нет. Видишь, ты любишь меня перебивать. О чем я говорил? О моем отце. Точно! Посмотри, как хорошо учился твой отец. Какие родители позволяют своей дочке выйти замуж за мужчину, у которого нет приличной работы и который несет всякую чепуху? Пекинская или шаосинская опера? Пекинская. Я разговаривал с мамой Нян-Нян. Она очертила границы тут и там. И ты ей совсем не нравишься. Ты переключил. Малыш Бай, ты вернулся. Иди сюда. Посмотри вместе с дедушкой. Посмотри, какой хороший малыш Бай. Дедушка хочет посмотреть пекинскую оперу. Посмотри с ним. Ты сказал, что Тяньцзи, тебе нужно отвезти в больницу. Что ты мычишь? Скажи громче. Разве не ты сказал, что у тебя острый аппендицит, и ты хочешь в больницу? Поверил тому, что я сказал? Посмотри, как старик любит тебя. Составь ему компанию, а я пошел. Вот он какой, всегда несет чушь. Наплевать. Что хочешь посмотреть? Посмотрю пекинскую оперу. Правда? Да. Он такой милый. Почему он тебе не нравится?爱上你就像牛奶爱上了面包，天生就。